Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф, мы продолжаем играть в Lost Castle. В прошлой серии в очередной раз мы одолели главного босса. И вроде как теперь нас ждет снова тот же босс или подобный. Либо просто тот, кто добрался до, в общем-то, этого босса. Наш предыдущий персонаж будет опять-таки же боссом. И вроде как это зацикленный процесс. Но сейчас не об этом. Вряд ли мы доберемся до финального босса, потому что будем страдать. А именно, я планирую попробовать кошмар. Давай. Я хочу кошмар. Вокруг иконочки такой вот фиолетовый какой-то цвет появился. И символ какой-то. Ну, наверное, он переводится с древнекитайского как страдание. Или на каком-то языке, в общем-то, общаются. Такс. Ну-ка. Прикольно. Прикольно. Ежевичные струны можно взять. Можно взять молот кузнеца. Он делает тоже достаточно прикольные вещи. Давайте, наверное, с молотом. Молот мне в целом более-менее нравится. Плюс-минус. Спасибо за огромное количество советов и подсказок. Ну или вашего взгляда на это, на эту игру, да, в общем-то, на какие-то решения, возможно, которые принимаю внезапным образом. Так, криты, это все нам, короче, нужно. Не обо всем я всегда могу упомнить, да и в пылу сражения бывает, что-то ускользает из моего поля зрения, само собой. Так, жди, ты у нас... А, щит. Так, а ты? Максимум ХП плюс 5. И защита плюс 3, окей, все, сразу схавали. Погнали, кошмар. Давайте погружаться в этот кошмар. Так, лови. Ёптыш, не так быстро. Не так быстро, чувак. Я не хотел так быстро погружаться. Ёпта, меня уже погружают. Е-хо-хо. Да ш... Это будет больно. Я уже чувствую. Так, окей. Так. О! Лови. Ну, неплохо. Разобрались. Немножечко, конечно, нас продамажили. Чувачки-то эти здешние. Но это уже серьезное, серьезное. Ребятки, шутить они, походу, не любят совсем. Юмора не понимают. За это мы их, конечно, будем убивать. Но параллельно успевать, походу, отгребать. Так, ты что хочешь? Ага, дать 15 монет. Ну, держи, к примеру. Так, плюс 2 атаки. Ну, допустим. Атака — это, в принципе, хорошая тема. Мне надо убивать быстрее врагов, чем они будут убивать меня. Серьезно, сразу магазин. А я дал монетки, да? Хватило бы, навряд ли. Хотя вот эту бы броню мне бы... Ох, как хотелось. Эх, беда. Что поделать, пушка мастера. Нет, вот броня, блин. Ну ладно, она не такие дикие бонусы дает. Как могло бы быть. Рановато, на первом уровне серьезных бонусов как бы и нет. Так, это у нас что у нас? Возможность вертуху сделать. Я ее на ходу... Вот можно было бы ее на ходу заряжать. Я могу ее зарядить и потом начать двигаться. Ну, в смысле, с ней уже вот так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Это я могу. В принципе, это, наверное, и можно использовать. Прикольно, что этот взрыв в обе стороны расходится. А, еще и горит вражина. Вдвойне прекрасно. О, нам и так броню подкинули. Что за броня? Дикарская для копья, двуручного меча и лука. Экстракт, атрибутики имеются. Но у нас пока что нету этого дела. У нас есть мега кувалда нагибалда. С ним и пойдем. Так, что ты хочешь?
4 монеты. Ох, трачу я деньги на первом же этаже. Зачем, не ясно. Да, зачем, не ясно. Загадка. Просто я боюсь, тут и боссы поинтересней, посложней. Тут все будет повеселей. Вот увидите. Посмотрим, кто у нас еще первый босс. Так, иди сюда. Ну иди, иди. Да. Чуть-чуть замешкался, держи в щи. Ибо нефиг. Да. Урод, нет. Каличи. Просто каличи. Сам же, блин, подскальзываюсь. Да ты где от сраных этих гранат? Я не хочу взрывать их. Такс, здесь тоже ничего. О, да, смотрите, улучшенная версия, блин, говна этого гоблина королевского. Еще и куча весельчаков сходу. Еще он тут шмаляет. А еще где я уже? Просто бздец. Это еще только самый первый, по идее, один из самых легких боссов. Да, в смысле, они еще и с той стороны катятся? Вот этого я не видел. Так. Крадемся, крадемся, тырим. Да твою мать, ты издеваешься. Просто жесть. Первый долбанный босс. И механика немножко поменялась. Походу мне его проще всего именно что гранатами закидывать. Бомбами, вернее, да? Потому что иначе тут просто трындец. Жесть. Первый босс. Здрасте, называется. Чуть-чуть сложней. Ага. Но он не такой, чтобы дико уж сложный. Но сбивает с толку то, что его немножечко иначе надо убивать. Я на него уже нарывался. Давненько было. Ну окей. До второго босса я не доходил, кстати. Поэтому, если дойдем, будет хорошо. Тяжелая броня. Пожалуй, я откажусь. Что тут у нас? Злые ножны. Критические удары могут прибавить плюс 2 хп каждые 5 секунд. Звучит как хорошая штука. Ну, давайте смотреть, что нас ждет дальше. Тут уже будет, конечно, посложнее выжить в целом. Так, торгаш. Пожалуй, я откажусь от твоих услуг. Так, ну слизь — это не особо страшный враг. Хотя бы тут везет. Тем не менее, на этом уровне сложности они как-то в наглую прям кидаются. Вообще отбитые они тут какие-то. Инстинкт самосохранения тут, короче, как-то не претерпел должного развития у них. И они просто фигашат. Просто наплевав на все. И это тоже проблема. Что со сраными камикадзе тяжело воевать. Вот, тут еще крутилка всякая, вертелка, шаталка.
А? Просто боль. Сдох? И этот гад подкрался, да, в самый неподходящий момент. Если что, надо бомбами пользоваться, то, я боюсь, мы тут откинемся чересчур уж рано. Да, идеально. Да в смысле он в полете свой сраный маршрут меняет? Вот о чем речь, короче, я сейчас откинусь просто. Жратвы дайте. Жрать охота. Да, тяжело, короче, тяжело. Так, главное много их еще не агрить, этих всяких гадов. Пауки тут всякие, началось. Держи. Держи. Нафиг тебя вообще. Бесишь. Этот сраный паук сейчас с тыла заходит. Серьезно, вот мне так мало проблем, надо, блин, с тыла зайти. Теперь веселый цветок. Ладно, сагрили, по крайней мере, вот этого неуклюжего бро. А-а-а! Куда второй удар-то делаешь? Серьезно, пока вот анимация шла удара, он не успел засандалить. Это реально сложно. Такс. Минус. Да чтоб вас. Короче, я походу откинулся. Просто невероятно. Как бы мне вот этот сундук открыть без палева? Еще в живых остаться. Потому что тут я вижу еду. Так, окей. Еда видит меня. 80% хп. Готов. Источник пламени. Устойчивость к горению. Окей. Так, бананчик. Громадная наживка. Кусок наживки, переделанный в молот. И еще мы сможем шмалять акулу. Шмалять, призывать. Но посмотрим, блин, насколько это хорошая, конечно, идея. Так, 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 так. Двуручный меч. Давай легкий рыцарский доспех. И вот с такой вот наживкой, короче, погуляем. Посмотрим, насколько штука эффективна. Да, уже сходу просто накинули. Бесполезнейший на свете амулет! Ловить. Да будет вам счастье. До сих пор я не понял, насколько эта акула эффективна действительно. Эффективно ли? Так. Поросенка, главное, законтрить. В принципе, жить можно. Выглядит довольно эпично. Ну, чё там? И только, походу. Держи бомбу. Ага, недолет. Да твари. Просто спамит. Я не ожидал, что они тут. Они тут сраные спамеры. Вот просто спамеры. Этим сложнее, этот драный кошмар. Просто
толпы спамеров. Которые спамят это говно. Вот просто. Просто бежит и бьет в лицо. Ну, отлично. Еще молния. О, хотя бы в паука зарядила. Уже радость. Не в меня. Фу, ну живем. Живем. Так, отъедаемся как... О-о-о, началось. Опять эти долби деревья. С ними все не очень просто. От слова совсем не просто. Так, акула. Ату их. Ау. Да блин, а. Просто абзац. Так, стойте тут. Акулка, ату. Я пытаюсь один драный выстрел, удар сделать и отбежать. Тем не менее, это очень накладно. Так, каким-то чудом по мне дерево промазало. Сколько у тебя здоровья? Отлично, оно не бесконечное. Обрел щит. Ну, щит он потихоньку спадает. Я бы еды бы обрести хотел. Потому что с большими такими шансами мы можем сейчас нафиг слиться. Вот просто подкрался уродский паук. Я ничего не мог сделать. Я не знаю, надо как-то на опережение идти. Как это делать? Вот видели, что эта тварь творит? Просто невозможно с этими гадами по-хорошему. Оу, атака минус 3. Идеальное зелье. А то мне не хватало. Очевидно, проблем. Так, немножко не туда. Да, конечно. Так. Кто у нас тут еще на очереди? Еще кто-то вырывается из клетки. Еще ждет, пока я тут, значит, намашусь этим долби... мечом. Ох, как меня бесят эти пауки, кто бы знал, а. Просто невероятно. Умри. Просто умри. О, нет. Ну, конечно, чё бы нет. Это трындец. Ау! Да ладно, да чё за говно-то? Как? Как? Просто даже не дала мне секунды там на размышления. Появилась и сразу саданула. Вот это вообще законно, нет? Просто какая-то дичь. Не знаю, как к этому привыкать. Ах, так, это мне не нужно. Вот не говорите мне, что там сейчас босс. Что я ему сделаю-то? Ага, не босс. Ну, тем более, ничего не сделаю. Вот они бьют меня. Так, у меня ярость, потому что у меня мало здоровья, походу.
конечно. Ярость, конечно, хорошо. Но много здоровья-то лучше, по-любому. Так, но есть такие враги, это еще куда не шло. В смысле? Я что-то не увидел. Очевидно. А, ха-ха. Я уже почти труп. Блин, а. Та-та-та-та-та-та. Откормите меня, пожалуйста, чем-то невероятным. Спасибо, блин, за яблоки, конечно. Это, конечно, все здорово, игра. Но это меня не спасет. Давайте умрем на боссе. Конечно, паучиха. Тут еще поди какой-то усложненный вариант. Что она там будет делать? Призываем. Акула, сожри ее, пожалуйста. Что-то не хочет она ее жрать. Ау, спасибо. Акула, жрать! Давайте бить ее по яйцам. Хорошая тактика была бы. Будь у меня больше здоровья или еда. Короче, кошмарный режим. Это реально кошмар. Это просто какой-то невероятный кошмар. Ох-ох-ох. Как у меня от него горит. Надо вкачиваться. У нас еще не вкачано, по сути, нифига. Вот особенно вот здесь. В основные статы и так далее. Давайте, кстати, что-то качнем. Может, на что-то хватает, что ли? Нет, ни на что. 104, конечно же. А у меня 103. Ну все, по фэншую. Так, 114. Да ладно, ну не говорите мне, что я 103 не могу никуда потратить. Чё за расценки-то такие дикие? 104. Вот игра, она специально, по-моему, да? Вот чё это? Чё это? Почему я ни на что не могу потратить? Май гадабл. Он просто нафиг всё под... Да, кошмарный уровень сложности, действительно кошмарен. Ну давайте-ка переключимся с него. Это просто какая-то дичь. Да, на кошмарном, короче, это как в отдельную игру играть. Надо только вкачаться и учиться. Да, хочу поменять. Жди, нет, я хочу убрать. Все. Все, не хочу больше никогда видеть ваш кошмарный режим, отцепись ты. Ну, когда-нибудь хочу, но, блин, гораздо позже. А на этом тогда всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. Увидимся в следующих видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.